Это не новая идея, когда государство и частные предприятия сотрудничают, при этом развивают такие отрасли и направления, которые очень важны для общества, но требуют масштабного финансирования. В Приднестровье к таким относится прежде всего здравоохранение. Профильное ведомство определило приоритеты для реализации государственно-частного партнерства. Для нас интересны два направления в области лабораторной диагностики, и мы вот эти направления будем подавать в рамках частно-государственного партнерства в программу развития. В ближайшее время лаборатория гравитационной хирургии крови. Это достаточно ресурсоемкое направление, на которое на сегодняшний день, ну, может быть, нерационально тратить государственные расходы. Перспективным представляется реабилитационное направление в части открытия каких-либо реабилитационных направлений и центров. Вот это будет представлять собой интерес. В Министерстве здравоохранения уже поступили предложения от потенциальных инвесторов. Они проявили интерес к ряду объектов медицинского назначения. По объекту детской больницы у нас есть на сегодняшний день предложение. По проекту отделения пластической хирургии есть направление это. По Рыбницкому лечебно-диагностическому центру тоже есть предложение, по поликлинике номер 3, то есть предложение. Первое и самое важное – это возможность предоставления новых медицинских услуг, улучшение качества медицинских услуг в сфере здравоохранения – это, безусловно, социальный эффект. В Министерстве здравоохранения приводят в пример Россию. Там государственно-частное партнерство действует уже более 10 лет. В крупных клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и других городов оказание подсобных услуг, таких как уборка, стирка, подготовка операции, проводят частные компании. Дальнейшее развитие получат вот самые острые проблемы, реализация этих острых проблем, которые характерны для здравоохранения всех стран, и в том числе и здравоохранения, скажем, решение острейших проблем онкологии на месте здесь, на базе самых современных технологий. Безусловно, что резервы частного капитала могут здесь принять участие. Или острейшие причины, важнейшие причины высокой смертности, скажем, проблемы нефрологии, где нужны самые продвинутые технологии. Ну, в таком же духе можно говорить о гематологии. Внедрение механизма государственно-частного партнерства является одним из пунктов меморандума, подписанного между Министерствами здравоохранения Приднестровья и России. Реализацию такого сотрудничества планируют начать в самом ближайшем будущем. Мы утвердили положение об экспертном совете. Экспертный совет по ГЧП будет некой площадкой, на которой будут обсуждаться вопросы и проблемы реализации данного механизма на территории Приднестровской Молдавской Республики. Кроме того, заканчивается работа по всем нормативно-правовым актам, как ведомственным, так и межведомственным, которые позволят полностью сопровождать цепочку от и регламентировать цепочку от инициирования проекта государственно-частного партнерства до его непосредственно завершения и контроля за соглашениями о государственно-частном партнерстве. В Приднестровье принят и уже вступил в силу соответствующий закон, а также концепция развития государственно-частного партнерства на 2015-2019 годы. Александр Лагутин, Дмитрий Дьяков, Первый Приднестровский телеканал.